Ну, первый вопрос, как играть в мини-футбол на газоне? Ну, сначала хочу сказать спасибо за игру, ребят, хорошая, достойная игра. Во-вторых, ну, газон, он очень хорош, но минка на газоне, мне кажется, ну, имеет некую долю извращения. Мне игра понравилась, но мне кажется, так как у нас нет больше зала, то на газоне можно в мини-футбол тоже поиграть. Сначала Тимберг лидировал вроде уверенно. Вот в вашей версии, почему игра потом перевернулась? Ну, начнет пусть. Ну, мы первые забили гол, так что это у вас впечатление сложилось. Не. Плохое впечатление нашей команде сложилось. Мы первые забили и всю игру вели. Сначала 3 мяча, потом они сократили отрыв. Но все-таки мы смогли победить. Ну, что сказать, команда у нас вполне таки новая, обновленная по сравнению с тем, что было в студлиге. Ну, будем отрабатывать защиту побольше, потому что ошибки были именно в защитной обороне, ну, в защитной зоне. Ну, в принципе, вот, единственный недочет – это защита. Так, а вот вы видели предыдущую игру «Криповник-Дубль», собственно, и кто там играл, боже мой? В общем, видели предыдущую игру, там эмоции кипели, просто игроки в конце едва ли не набрасывались на судью, достаточно были жесткие стыки, а ваша игра прошла такая без жестокой борьбы, в такой дружелюбной атмосфере. Вот как вам больше нравится играть? Вот так вот или когда кипит градус эмоций? Да, это игра, и все должны держать свои эмоции. И, то есть, если ты проигрываешь, то это уже зависит от тебя, а не от кого-то другого, не от судьи, не от команды соперника. Да, я соглашусь, это действительно игра, и она должна проходить в дружелюбном ключе, какие бы эмоции ни были. Эмоции должны оставаться вне футбольного поля. Ребята, спасибо за отличную игру, удачи вам в дальнейшем.